«Цветные птицы Белого Севера» – так называется выставка двух новоренгойских авторов – Ирины Кашировой и Натальи Кошелевой. Экспозиция открылась в Музее изобразительных искусств. Насладиться настоящими шедеврами, куклами ручной работы и уникальной живописью новоренгойцы смогут до 20 октября. В первый день с работами познакомилась наша съемочная группа. Юлия Шнайдер продолжит тему. День рождения – праздник особенный. Компания «Газпром Добыча Ямбург» отмечает его с настоящим размахом. Делится подарками не только со своими сотрудниками, но и со всем городом. В честь 30-летия компании новоренгойцам презентуют незабываемую выставку. В этот день мы уже дорастаем до добычи 5 триллионов кубометров газа. Да, мы гордимся двумя месторождениями, которые мы разрабатываем. Месторождением, которое находится в промышленной эксплуатации, это Тазовское. Да. Гордимся 19 промыслами. Гордимся тем, что мы ставились ведущим предприятием добычного России. Компания наравне с горожанами гордится и двумя горячо любимыми авторами. Ирину Каширову и Наталью Кошелеву между собой называют именно так. На открытии выставки в музее нет свободного места. Большое количество работ может конкурировать только с незабываемым количеством гостей в зале. Мне кажется, вот думаешь, ну уже ничем нельзя удивить, уренгойцев мы уже видели очень много, но я, например, сейчас ходила по залу, и вот там есть кукла такая, с такой улыбкой красивой. Мне кажется, я ходила по залу с такой же блаженной улыбкой, потому что просто удовольствие и счастье от того, что ты это видишь и можешь это видеть, на самом деле это очень здорово. Два мастера вложили в эти работы свой талант и свою любовь. Необыкновенные куклы, декоративные панно, картины яркие. Это все передает настроение и дух севера нашего Ямала. В работах Ирины Кашировой Шурышкарский район, река Оби, Северные горы. Эта экспозиция стоила художнику 2 лет творчества неисчисляемых зарисовок с натуры. Арктическая цивилизация Полярного Урала в прямом смысле заиграла новыми красками. Из 50 представленных картин для художника есть несколько особенных. Есть работы лодки во всех видах, мои любимые. Это у меня эпопея с лодками, в общем-то. Они пишутся всегда, везде и всякие разные. Особенно люблю очень старые, которые похожи на людей. В большом количестве на открытие выставки пришли начинающие художники. Свои первые грамоты они получают из рук уже признанных авторов. Злата Левченко занимается изобразительным искусством всего 3 года. Хочется научиться очень многому. Теперь есть у кого. Мне очень нравится, как они рисуют. Зимние леса, например, оттенки как плавно переносят. Ну, как бы восхищение приносит. Ну, даже хочется так же научиться рисовать. Очень пластично выглядит. Видите, как будто платок завязан тканью. На самом деле, конечно, здесь никакой ткани нет. Это все идет твердый материал, который периодически был, вот именно нагревался в 130 градусах. Назвать куклами практически живые человеческие фигурки язык не поворачивается. Каждое произведение искусства Натальи Кошелевой – настоящий шедевр. Там, где простой обыватель не заметит ничего, автору открываются новые горизонты. Отрывок северной жизни, воплощенный в пластике. Образ какой-то появляется, который тебе приятен. И вот он, если ты даже его хотела именно так сделать, и он получился именно так. Вот, уже, конечно, уже просто самой приятно, что это получилось и что это вот имеет такой вот, ну, хорошую ауру такую возле этой работы. На одну куклу уходит ни много ни мало, от 5 дней до почти месяца. Все зависит от материала и занятости автора. Признается, времени на творчество хватает не всегда. Но когда освобождается хотя бы минутка, женщина всецело погружается в создание нового шедевра. Главный секрет успеха Натальи Кошелевой – прост как никогда. Нужно, конечно, начинать с чего-то потихоньку, смотреть, полюбить что-то очень сильно, вот, чтобы это сделать и чтобы это получилось. Автор выступает дуэтом впервые, однако в этих стенах нет конкуренции, только взаимопомощь и поддержка. Признаются, им делить нечего. К тому же есть одна связующая нить, которая вряд ли прервется. Музой двух авторов навсегда останется удивительный север. Юлия Шнайдер, Николай Александров, служба новостей «Импульс».